Сколько? Ну, почти то же самое. Ну что, 20 отведений. Выставляю там четвертую снизу, разминаемся на 80, приседаем на 20 и начинаем. Да. Всем привет, всем доброе утро. Салам, бысова сила. Да. Что, разминаем? Попу разминаем. На чем мы работаем? Прошел у нас 11 дней после соревнований, мы очень плавненько вылезли с них, чтобы не заплыть, не залезть, не зажиреть. Соответственно, вес у нас поднялся всего на 1,5 килограмма. Салам из Казахстана. Так, не Наташа, а Аня. В состязании на соревнованиях были пятыми из 23, ну а все остальное у меня на канале, так что смотрите там. Все расставлено по местам. Судейство мы не обсуждаем. Но, собственно, все, чего мы хотели добиться фигуры, мы добились. Где такие шортики купила? Я думаю, что на Алиэкспрессе. Вот. Ну, а сегодняшняя тренировка. Сейчас Аня будет приседать. Уже потихонечку уходим на силовые. Вес у нас, как я сказал, поднялся все на 1,5 килограмма. Зато мышцы потихонечку наполняются. Отеки у нас никуда не пришли. Все так же сухонько. Почему за D-атлетик? Да, мне, в общем, без разницы, за что будет выступать Аня. Моя работа – это делать ей фигуру. За кого она будет выступать, кто там подпишется ее тренером – это не моя задача. Собственно, вот. Ну все, на 20 так потихонечку пойдем. 30-40 килограмм, а там дальше посмотрим. Хорошо, ровненько. Вик, привет. Ну вот, собственно, так у нас и начинается утро. Да, работаю тренером, конечно. Кем же я еще работаю? Не, Аня практически не набрала, просто мышцы потихонечку становятся обратно более сочные и уходят из такого соревновательного состояния. Хорошее начало утра, да, нам тоже нравится. Сейчас будем потихонечку набирать вес. Сейчас вес 44. Мы планируем набрать еще где-то буквально килограммчика полтора. И так оставаться в красивой, такой сухой форме все лето. Соответственно, к осени мы уже будем делать следующий цикл набора. Аня пойдет в набор. Будем опять же делать нагрузку особую на попу, на ширину плечиков. Там выставляем полную каретку. Там на 55, здесь на 20. Вот, ну и, соответственно, вот так вот. И после этого будем набирать. В прошлый раз мы добрались до 51 килограмма, но это была несколько такая полноватая форма. В этот раз мы будем набирать, наверное, до 53 и стараться желтка набрать чуть меньше, чем в прошлый раз. Да, если вы только недавно подписались на мои интернет-издания, то надо понимать, что я всегда говорю о том, что чтобы работала ягодичная мышца, должен быть максимальный прогиб поясничного отдела. Если его нету, то все это будет попадать мимо. Зачем Аню превращаем в культуристку? С каких-то пор Аня при весе 42 килограмма стала похожа на культуристку. Красивая бикини. В каком зале? Зал Дивинская, спортивный клуб армии. Дивинская, 4. Ну что, 55-20. Не разочаровалась ли вам не Аня после пятого места? Ну, во-первых, я не сидел в судействе. Во-вторых, я вам не гарант результатов. Я говорю, что я делаю красивую фигуру. И стоит другой вопрос. Разочаровалась ли Аня в достигнутом результате в зеркале, который она увидела? Нет, Аня не разочаровалась. Соответственно, все остальное место не имеет значения, потому что я вообще не люблю соревнования и готовить к ним тоже не люблю. Все равно будет там ровно то, как поставит кто-то из судей. Так. Саня, подскажи, витамины для девушек хорошие? Да по большому счету любые витамины для беременных. Нету женских и мужских витаминов. Просто есть более полные комплексы и более живые витамины. Потому что некоторые витамины напихиваются так вместе, что они реагируют друг на друга, мы нейтрализуют друг друга. В этом зале с Мишей снимали качалку, да. А для роста какие витамины брать? Ребят, нет витаминов для роста. Есть общие комплексы.
витамины и минерально. Этого вполне хватает для того, чтобы нормально и расти, и сушиться. В общем, практически вот так. Так, что вы имеете в виду гормон роста, стероиды для девушек? Вчера, кстати, записывал я видео о женском курсе, так что на следующей неделе выйдет. И смотрите, там я подробно рассказываю о том, что бы стоило делать, что бы не стоило делать. Есть мягкие стероиды, мягких стероидов не бывает. Ну, Аня не может что-то сказать, видите ли, Аня приседает в данный момент. Собственно, о, сколько у нас пошло красивых сердечек. А что, розовых нет? В основном желтенькие и синенькие. Синеньких много, зелененькие стали пробегать. Нет, ниже мы не приседаем. Как только присед начинает ниже, начинает отыгрывать поясничный отдел. Как только отыгрывает поясничный отдел, вся нагрузка с ягодичной спадает. Поэтому миф о том, что приседания должны быть глубокие для задницы, все херня. Быца помогает ходить? Да, однозначно помогает. Рост у Ани 152. Каким препаратом лучше начинать, наверное, вы хотели сказать, курсить? Я уже говорил, я не консультирую по анаболическим стероидам. Рассказываю о их действиях, о их последствиях, но не о том, что и с чем и как делать. Умничка. А? Тяжело? Ну, сейчас буду рядышком стоять на следующем подходе. Так. Сейчас мы тут поставим меня. Так, хейтеры фас. Кардио натощак лучше при похудении. Кардио натощак лучше, но выпить полстаканчика воды. Неплохо было бы закинуться БСАшками и до начала, соответственно, и после кардио тоже. Есть ли у Ани ухажер? Есть и не один засранца в очередь. Так, Аня всегда тренируется 5 раз в неделю, да? Это полный распорядок дня. Она выделила под это себе время, потому что времени у нас ровно столько, сколько мы хотим. Саня, отлично выглядишь, спасибо. Что у меня с лицом? Просто вы не привыкли к моему лицу. О, тут у нас смельчаки пошли. Так. Да, началось. Как часто выходим в эфир? Не так часто, как хотелось и как раньше. Либо связь не работает, либо вечером совсем нет сил. Так что вот так. Так. Ребята, стероиды на лицо не влияют, разве что только отеки на него влияют. Вот. Я такой вообще. Что с глазами? Что у меня с глазами? Господи, мои глаза! Я крашусь? Нет, ребятки, я не крашусь. Это татуировка. Скоро, кстати, переделал, будет поагрессивнее. Нет, я не гей, а у вас что за интерес такой? Хотели познакомиться? Вы видели меня в Ютубе, я популярен. Понятно, что, конечно, я есть и в Ютубе, а перископ – это маленькое такое увлечение для того, чтобы болтать с вами. Зубы делал, конечно. Тень или как? Страховать. Страховать сейчас, Аня, будет приседать, будем страховать. Что, глаза не залью? Честно говоря, была такая идея, но, видите ли, там у каждого пятого-седьмого случая есть осложнение, когда зальешь глаза краской, можно и ослепнуть. Не готов я остаться слепым. Что думаю насчет клена? Он используется в подготовке. Его можно использовать как ПКТ между курсами. Можно в конце курса, можно вообще без курса. Потому что он все-таки антикатаболик и дает возможность подсушиться. Только не надо путать побочку и его действия. Ну и надо очень умело пользоваться его дозировкой. Показать девочку сейчас, Аня пойдет приседать, и я буду вам ее показывать. Вы уж разберитесь, ребят, кто себя покажи, ты ее покажи. На клёне, да, можно реально сушиться, но надо правильно понимать, как его принимать. Да, наверное, каждый раз мне задают одни и те же вопросы, да. Те, кто меня не знает, задают одни и те же вопросы. Так как люди подписываются постоянно, то мы с вами видим одни и те же вопросы, и половину трансляции тратим на всякую хренотень. Ну, какой бицепс, смотрите, у меня бицепс, видите, он в кофточке. Видео осушки сделать, может быть, и можно, но в ближайшие 2 недели у нас уже забиты, они даже лежат на канале, а ближайшие съемки дальше сейчас будут в Москве. Поедем к Насте Шарко, которая снимала у нас тайские каникулы, ну и, соответственно, будем снимать с ней там тоже что-нибудь интересное. Стоит ли принимать литероксин для сушки? Нет, не стоит. С гормоном щитовидной железы вообще не надо баловаться, потому что побочки от анаболических стероидов, от диуретиков, они серьезные, а вот проблема с щитовидкой – это вообще ах. Вот.
выиграл приз зрительских симпатий? Я думаю, да. Аня, мы выиграли приз зрительских симпатий? Судя по звукам из зала, точно. Так. King Protein, не знаю такое. Она не Настя, она Аня. А Настя — это Шарко, который вы имеете в виду в Москве. Кстати, тоже не знаю, сколько ей лет. Matrix Protein, коктейль хороший, можете сказать. Я его раньше пил. Не самый плохой протеин из всех. Вот так. При весе 44 у нас 40. Мы работаем... Ну, от 15 Аня работаем. После клена болели схожения. Но клен все-таки сушит, жидкость выходит, а связки, они тоже должны быть эластичны. Если не хватает воды, начинаются такие проблемки. Поэтому, коллагенчик нужно было пить одновременно с кленом. Наверное, бы вас это спасло. Поздравляем, пятое место тоже неплохо. Спасибо, но мы не для места, мы для фигуры. А соревнования — это так, конкретный день, чтобы под него подготовиться. Учитываю ли я курс месячных КДА при тренировках или при подготовке? При подготовке нет, а при тренировках, конечно, да. Сколько они занимаются времени? Они занимаются уже много, а у меня занимается 5 месяцев. Какой вес? Вот такой вес, 40 килограммов. Умничка, еще один, хорошо? Сейчас мы занимаемся с Аней не на полную, мы занимаемся процентов, наверное, на 40-50. Чтобы мышцы у нас не переутомлялись после тренировки, чтобы у нас для соревнований все восстанавливалось. Кушаем тоже очень правильно. Кто-то слезает с сушки после соревнований и затекает. А для девушек это вообще фатально, потому что неправильно слезть и набрать потом 5-7 литров воды за сутки, но это огромная проблема. Многие не учитывают из-за этого, девушки, проблема с циклом. Вы задали некорректный вопрос, поэтому получили на тот ответ, который вы получили. Учитывая цикл при тренировочном процессе, мы, разумеется, его учитываем. То есть, если у нас первые дни, если они чувствительные, соответственно, мы не делаем некоторые упражнения. А как вы хотите, чтобы мы еще это учитывали? При соревнованиях нет у нас проблем с учитыванием цикла. Потому что если ты готовишься, и у тебя последние дни, то либо ты пашешь, либо можно вообще ничего дальше не учитывать. Так что вот так. Тренировка у нас сейчас занимает немного. Мы тренируемся где-то в среднем минут 45. Разумеется, 75 нагрузки у нас идет на низ. Остальное мы занимаемся верхушкой. Но верхушка буквально у нас занимает 10-12 минут. Она имеет такую достаточно высокую интенсивность, очень большую многоповторку. Ну и больше такая в пампе. Вот, тренировки мы не бросаем. Это у нас в виде такого отдыха. Кардио мы снизили с часа до 15-20 минут. Так что ж с вопросом, что я крашусь? Что делать с кривые ноги? Ну, тут надо смотреть, как их правильно закачать, чтобы правильно создать форму. А что-то можно закачать липофилингом с помощью пластической операции. Будет ли Аня увеличивать в дальнейшем грудь? Это вы у меня спросили, да? Очень забавно. Надо спросить у Ани. Плазмофорезы отношусь. Нормально отношусь к плазмофорезу. Почему у Ани такие шортики? Ну, чтобы ребята вы завидовали, что у нас в зале они ходят в таких шортиках с красивой попой, а в вашем зале ходят все в потных штанцах. Вот. Чем Мася занимается? Мы сейчас с ней позавтракали между утренними клиентами и Анечкой, соответственно, и отвез любимую на работу. Работает она рядышком со мной, буквально в километре. Вредно ли сушиться без препаратов? Почему? Абсолютно нормально сушиться без препаратов. Надо понимать, какая цель и на самом деле какое время есть на это. Ну и характер. То есть просто есть короткий путь, есть длинный путь. В каждом есть и плюс, и минус. Турчинский умер от плазмофореза. Ну вы верите, что Турчинский умер от плазмофореза? А я, собственно, не особо уверен, что именно так оно и было. А в ту неделю еще много замечательных актеров умерло в Москве, которые плазмофорез не делали. Думаете, совпадение? Бывает и так. Лет мне 18 плюс. Так, ровненько. Ну что, мальчики, девочки, мы сейчас заканчиваем наш этот цикл, переходим к следующему. Хотите приобрести персоналку, можно одну. Обращайтесь, пишите в личку, там все расскажу. Аня приседает всегда без пояса. У меня никто из девочек пояс не
используют по причине того, что экстремальных нагрузок и весов у нас нету, а при минимальных поясница должна держать сама. Можно сохранить массу на сушке, набрать даже в натурашку. Можно набрать натурашку и даже при сушке, но это такая противоположная задача, крайне тяжелая, проблематичная и очень длительная. Поэтому все-таки лучше, наверное, набирать сначала все, а потом все-таки отсушивать. Как похудеть, записывайтесь на консультацию, там расскажу. Все, мальчики, девочки, всем огромное спасибо, всем до встреч. И мы с вами увидимся в следующих выпусках. Смотрите нас на канале. Ну и что-то моя трансляция.